Короткая миля. Ну что, тридцатка, ребята? Заточка практически заводская, можно сказать. Немножко, ну я тут побаловался, что греха таить. Сточил тут так, ручку сточил. Ну ручка реально нравится, не могу, вообще классно. Перчатки, все что удобно. Это у нас? Банка, что, тушенка, говядина. Вскрываем. Знаешь, что плохо? То, что я не смогу про это самоваться. Пахло сразу, есть тут тушенка. Не замарайся. Нормально. Она замерзла. Внутри-то сейчас нормальное такое вкусное желе будет. Так, ребята. Тушенка рефтинская. Давай эту штуку. Нашли тут салфеточку. Слушай, ну я что-то хуже ожидал. Так без зазубрин. Может быть, вы тогда что-то другое скрывали? Может, банка другая была. Терпимо. Ну, я всеми руками своими за. Hard use тест. Ха-ха. Сейчас мы доедем до нашего мостика, на котором для этой мили припасена жестяночка, да? Дупло, не приготовленное нами. Ну так-то неплохо вроде. Вообще, да? Нормально устояло, да? Может быть, для мили по-другому колят? Ну, наверное. Пара два тут. Ну так-то вообще нормально, да? Ну. Пойдет. Да, ну я надеюсь, на слово нам поверите, что ножик заточен вполне нормально, бумагу режет. То есть дальше посмотрим. Ну все. Все. Приехали мы на наше место для хардьюза. Смотри, вот банка. Вот еще теплее. Материалы. Кстати, она нам для теста пригодится, еще раз показать. Еще разочек. А где? Куда мы доски такие? А там что, у нас несколько было? Не, ну одна, но. Ее, наверное, забрал кто-нибудь, сжег. Вот она, вот. Нашел? Ну. О, да, это дубина же. Досточка для правки. Пошли. Все, хватит, да? Все, хватит. Досточки. Ну что, досточка есть, конечно. А бутонить как ты будешь? Чем бить? Бутонить? Бутонить можно, не бутонить. Всем привет. Да. Спайдерка. Милитари. Так. А что ты еле-еле постучал? А? Еле-еле постучал. Все проверили, нормально. Банка. Хочу с полным прорезом. Отлично режет. Это мягкие банки. Мы может быть. Костер бросили, она у нас загорела, пока сидели. Полностью. Отрицать не решусь. Ну что, сносно, да? Можно вырезать. Режет, пилит. Думаю, ничего с ней больше мы не будем делать. Не наше, не ваше время тратить. Бессмысленный тест. Поверочка, кончик. Да. Скажет, а зачем же вы тогда делаете? Мы просто хотим показать, что такое миля. Сами посмотреть. Что, хорошо пробивает? Вполне. Лучше? А? Лучше Zero Tolerance. Ну, конечно, проникающий, если поинтереснее будет. Туалетная бумага для взрослых. XXL size. Хочу стереть вот эту штуку. От консервы-то отстарят нашей. Нож должен быть в чистоте. Да. Пока одеваем перчатки, пусть он постоит. Ты сделал себе перчатки, чтобы не было, нет? Че? Перчатки одень. Зачем?
Удобнее может быть. Я в перчатке, вот. Давай. Вот. Хорошо. Два слоя начинаю. Ну как? Фащи. Сейчас я начну любить из 30, видишь, что ли? Да, походу. Так-то неплохо. Так-то я-то только за. А, ну сегодня еще не так холодно, кстати, если что. Минус 10? Mm-hmm. О, это такой старый варик. Что, два? Сильнее долби. А? Сильнее долби, старайся. Так не идет через две-то, нифига. Ну, кстати, сними его, видно, что. Смотри. А, что, дырочки? Да. Ну, да. Все, нормально? Бывает. Как там по переменке-то? Стругание. А железо не будешь строгать? Не, давай сначала деревяху. Понятно, что после железа деревяху будет плохо строгать. Немножечко. Слушай, строгает реально прикольно. Ну, я в авухи-то верил. Нифиговые опилки, да, получаются? Mm. Круто, круто. А где деревяха? Мы вот в этой ковырял тут дупло. А, замок. Как у нас встает. О, на середину встал, да? Ну, он был-то в начале. Да почему не показал? Клинок убежал. Ну, чук убежал. Бывает. А чего он убежал-то? Да нет, ну, видимо, при работе немножко уходит. Mm. Так. Дупло. Понравилось мне дупло. Что, здесь дупло? Давай. Сильнее долби. А оно сырое, походу, Макс. Ну и что? Это же не поддон. Что это? Это не поддон. Ну да. Тест на кручение. Проверяется осевой узел, замок. Мы шарим ножа. Ёпта. Ой, ребята. Ой. Простите. Как так? Как-то что-то не выдержала Миля. Со своим кончиком. Блин. Очень жаль. Белочки. Дупло не получилось. Все, ребята, ну, я не буду продолжать, что. Ковырение. У Мили не стало кончика. Надо этот вытащить. Потом склеим, да и все. Попробуем достать. А, или просто отправим, да и все, этим как спайдер. Да не надо. Скажем, что за херня? Ручку кто-то пил, блядь. Кончик сломал. Смотри. Вот она. Вот он. О, ну-ка давай хоть. S30V. А получится у нас в разрезе сфокусироваться? Как нибудь в разрезе? Ну вот это вот как-нибудь так. Вот. Ну ты солнце не загораживай. Ну-ка. Естественный свет. И тут мало надо еще сломать. Мы же не специально ломаем. Ну, я так и думал, что этот кончик, он просто сразу же. При немножко каких-то таких действиях он просто отфигачится и все. Ну он реально тоненький. Да. Это понятно, как бы было. Не дурнее паровозы, что понимаем. Строгает, кстати, классно. Все еще, да? Ручка вполне удобная. Так, ну что? Ну все, кончик. Чтобы можно. Все было. Не будешь клеить? По справедливости, а? Не будешь клеить? Я сплавлю. Спаяю. Спаяешь. Металл. Алюминия у нас. Нет алюминия. Металл-то вот зачем, я не понимаю. Строгать? Не строгает. Жесть. Сейчас я потом приспособлюсь. По жести не очень, да, работает?
Бойся. Стучка. Не, не могу я. Не буду я убиваться. Ну, немножко строганули. Слушай, ну кромка-то держится. Ну что? У нас гвоздей-то, по-моему, нету, да? Ха-ха. О. Вот он наш любимый. Давай это сделаем по чесноку. Я сниму замок. Ладно? Давай. И перерублю вот так. Мы замок еще не проверяли. Хорошо? Давай. Ну что, Military S30V. Russian Hard Use. Подожди, а ты тут будешь фигачить, я и приду. Вова, русское тестирование. Подожди. Давай. Подожди. Готов? Я вообще макро там. Давай. Поехали. Закрыл? Закрылся, ага. Блин, я потерял место, которым я бил. Извиняюсь. Так он так... Блин, по пальцу боюсь долбануть. Слушай, он вдавил его. Ну чё, как вот это вот говорят там? Так вы сложите. Фигня, реально фигня. Ну ты почти его перерубил. Давай этот замок проверим. А потом все равно замок сложится. Давай, смотри. Ну ты это как-то сейчас тогда бери понадежнее. Потом перерублю. По-моему, даже погнулся кончик, да, немножко? Да, кстати, внутри. Видно, да? Подожди, ты его закрой. Давай, тебе удобнее. Блин, вообще потеплело на улице, хорошо стало. Ну, я надеюсь, видно там, да? Я погнулся. Немножко рыбаков сними, отвлечься. Рыбаков? Водохранилище. Самое высокое здание в нашем поселке, сними его. Вот первое вон там. Сними вон. Девятиэтажное, да. А там вон второе сними, там правее вон вышка, где это. Да подожди, да, приблизить. Там еще две девятиэтажки. А, во-во. Вот она. Девятиэтажка. Угу. Давай, второе, вон, вышка. Еще две девятиэтажки. Я даже ни хрена не вижу дисплей. Дай, ну не матерись в камеру. Ни хрена, ты не матерись. Все, давай, вот отвлеклись. Значит, что, просто нужно, значит, открыт-закрыт. Я его просто открываю. Посильнее легким, открою. Не буду посильнее, вот. Встала. Я ничего не видел, кстати. По новой показывай. Ну я не что, перчатку уже делал. Открыл, смотри. Закрылся. На камере видно будет, наверное. Ой, что он там еще ушел. Я боюсь, что по пальцу не закрылся. Нет, держит, нормально. 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 Вполне замок никуда. То есть замок умели. Неплохо. Реально рабочий, да? Да. Попробуем. Открыть. Закрыть. Че? Ну вот так, да? Угу. Давай еще раз. Еще открыли, закрыли. Ну еще попробую постучать, что. Вдруг кому-нибудь покажется. Реально, мало. В принципе, как стоял, поселок так стоит, да? Ну что, на открытом ноже попробуем гвоздь перерубить? Ну давай. Имеет смысл? Конечно. Конечно, значит, давай. Как-то, слушай, гвозди, что ли? Вот он уходит, гвоздь вставлять. Что-то как-то неудобно, ребята. Рубить, забетонишь. Все, отлетел. Появился люфт. Замок сломался. Сломался? Что-то с замком случилось, люфт появился. Замок ходит. Появился люфт. Ага. Ну ты знаешь, я по-своему, конечно, рад. Ну что достойный оказался. Кончик, конечно. Ну. Ну кончик он не для. Благодаря этому, да. Да и режущую кромку. Терпимо, да? Получше Zero Tolerance так-то оказался. Согласен? Ага, да. Ну что, все? Все, что ли? Я не знаю, что еще показать.
Батонинг. Металлинг. Металлинг. Ну, как инноваторы. Ну как? Металлинг. Металлинг. Если кто-то вдруг сейчас подумал, что дебилы, что вы делаете, да все для вас стараемся, что? Зато сейчас все знаем, самое главное, мы знаем. Забываюсь, что нож неплох, кстати. Да-да-да. Ну, кстати, не факт. Я не знаю, почему на парамилитаре такая стать. Выкрашилась, да? Ну, они, может, это бывает, перекаливают. Не знаю, качество, попробуем. Вот качество гуляет. Ну, за зубринки. Попробуем так их сделать. Вполне, да? Неплохо. Ну что, вот замок-то. Даже несмотря на то, что люфт. Имеется люфт. Я думаю, это замок вот этот, он, грубо говоря, вылечится, да, тем, что его обратно отогнуть. Он ушел почти в конец. А что он когда ушел, успел? Ну-ка смотри, вот этого люфта-то сильно не появилось. Ну так. Хотя, конечно, такая конструкция-то, шатковалка. Ну что, все? Ну, все, что? На этом, в принципе, мы, наверное, закончим, да? Ну и что, давай говори какой-нибудь итог хороший. Стоит взять. Этот нож стоит взять. Этот нож стоит взять. Ну, чтоб сильно никто не расстраивался. Едет простая миля. Донор. Донор. Ручка переедет просто на другую милю. Вот и все. Здесь, я думаю, проверять смысла великого нету. Но если вдруг кому-то хочется. Реально, нормально хочется. Можно проверить G10 с павиком. Только что, как ее проверить-то? Класс? Класс. Ты знаешь, выстояло. Что еще там, какие бывают тесты-то? Что еще делать? Тут металл был, знаю. Прокалывание было. Дупло. Ну, не прошла дупло. Ну, да. Ну, и простительно, у нее кончик был тоненький. Да. Банку вскрыла, замятий нет. Все. Даже этот отрезала, да? Гвоздь. И, в принципе, несмотря на все, она еще что-то кого-то строгает. И вполне сносно можно что-то резать, делать. Согласен? Согласен. Еще раз замин покажи. Так вообще замина гораздо меньше, чем вообще. Ну что, два гвоздя, гвоздь один мы перерубили. Нет больше гвоздей, да? Не, ну. Такой боковой еще есть, но неудобно. Как его? Да, ну, все видели не, гвоздь. Не получится. Ну. Ну все, всем спасибо. Всем пока. Всем спасибо. Пока. Пока. Что-то мы как-то рано попрощались. Да. Говори, Слава. До следующих тестов, ребята. Понесли мы пляжик.